Власти Израиля эвакуируют жителей нескольких десятков населенных пунктов, находящихся менее чем в 2 километрах от ливанской границы. Этому предшествовал обстрел израильской территории и удары по Ливану. Цахал заявил, что атаковал военную инфраструктуру группировки «Хизбаллах». Ранее армия объявила закрытой зоной территорию на расстоянии до 4 километров от границы с Ливаном. Обстрелы со стороны Ливана активизировались после нападения на Израиль исламистов Хамас и ответной военной операции в секторе Газа. Иран, поддерживающий Хизбаллах, заявлял об угрозе открытия второго фронта против Израиля в случае начала наземной операции против Хамаса.